Всем привет, друзья! Сегодня воскресенье, 7 февраля. У меня такая не совсем запланированная вылазка на природу. Ну, глухозимье, сейчас я как бы особо не охочусь. Времени нет, возможности к тому же. Да и сейчас закрыто по многим видам зверя охота. Поэтому вот прогулка в лес и, так скажем, больше это фотоохота, посмотреть птичку, зайчика, может быть. Но и заодно, вот, раз уж, как говорится, дело зашло, хотел бы рассказать о костюме охотничьем. Зимний охотничий костюм, вот он сейчас на мне, который у меня в пользовании уже больше 2 лет. Уже не одна охота с ним прошла успешно и не очень. В том числе, вот, собственно, опыт, который уже есть по использованию этого костюма, готов с вами поделиться. Так, и давайте вот по куртке. Значит, вообще, сам костюм очень теплый. Вообще не сказал бы, что он для, так скажем, ходовой охоты. Ходить приходится долго, если особенно тропить, там, зайца, неважно. То ходить приходится много, а он очень теплый. Вот здесь вот флиска, внутри там синдипон, по-моему, двойной. В основном, наверное, костюм все-таки для таких засидок, то есть загонов, ну да, рыбалки опять же. Но тепло он держит, конечно, колоссально. Значит, что, конечно, плюс, в минус 35 легко, просто на вышке, то есть без всяких проблем. Я сидел, даже не одевал, так скажем, свитер под куртку. Одной термухи вполне достаточно. Это внутренний карман есть, тоже мягкий флисик, сюда, ну, документы, охотничий билет, там разрешение положить. Очень удобно, это вот что. Не во всех костюмах есть, это вот такие боковые карманы, в которые вот так вот можно положить руки. Удобно, когда вот особенно ты идешь, ружье у тебя на плече, рюкзак там висит, ты идешь, руки вот сюда опустил, здесь внутри опять же мягкая флисочка, вот это очень приятная, и руки моментально как бы согреваются, то есть даже без перчаток ты вот так вот идешь, рукам тепло. Ну, также эти карманы я вот использую для патронов. То есть вот дополнительные патроны я сюда сложил, и как бы удобно, раз, руку достал и заряжаешь. Никаких боковых здесь карманов нету, но они не нужны. Честно говоря, я вообще не очень-таки понимаю, для чего там охотнику, да, если мы в отношении охоты говорим, нужны вот эти боковые тут нарукавные карманы. Я никогда ими не пользовался. То есть телефон сюда не положишь. Ну, телефон обычно вообще на охоту стараюсь вот я лично не брать. А если идет там снег с дождем, это все дело намокает. То есть их здесь поэтому, видимо, и нет. Но здесь как бы уже не флисочка, а вот такая вот мембранка. В принципе, карманы сухие. Вот. Тоже удобно. Дополнительные как бы ношение какой-то мелочи. Перчатки, шапка туда же. Помимо вот этих вот кармашков боковых на куртке, можно еще руки засунуть и вот сюда вот. Здесь такие как бы клапанные карманы, прорези. Это, ребят, вообще супер. Хранить здесь, наверное, ну как бы ничего особо не рекомендуется, потому что все-таки это может отсюда вывалиться. Но для рук вообще супер. Так, теперь что касается капюшона. На самом деле, вот за что я люблю этот костюм и тех, кто его изобрел, это то, что, видно, люди подходили с душой и продумывали все детали. Во многих костюмах я наблюдал то, что вот эти капюшоны, они вот здесь вот как бы колом стоят, здесь такой зазор, что ветер туда попадает, они абсолютно неэффективны. Плюс ко всему, вот в данном конкретном случае еще есть вот эти боковые затяжки, которыми можно его отрегулировать, затянуть, и у тебя ни с боков, там, ни спереди ветер не задувает, лицо защищено. Он также тут внутри на флиске, есть вот такой козырек. Небольшой, маленький, не закрывает обзор, и в то же время, когда снег там падает, или там снег с дождем, что у нас часто бывает,
глаза он также защищает. И его можно вот снять и, собственно, вот здесь застегнуть на горле, на шее. Закрыто этим же. Этим же капюшоном защищается шея, а спереди горло. Никакого дополнительного шарфа уже одевать не требуется. Так, еще один маленький момент, нюанс по куртке. Вот касаемо этих кнопок. На самом деле, вообще, может быть, это и хорошо, конечно, что они молнии тут как-то закрывают, защищают, чтобы ничего не продувалось, но сами по себе кнопки не очень надежные, особенно вот в нижней части, и вообще, как бы, она тут, я считаю, лишняя. То есть вот у меня уже, вот смотрите, вот эта часть вылетела, сама кнопка, она уже вот здесь, вот она. Вот так получилось, то есть не очень надежно закреплена, потому что постоянно как бы садишься, присаживаешься где-то там на пенек, на бревно, и вот, пожалуйста, она в результате вот так вот вылетела. Я ее даже не стал тут обратно вставлять, закреплять, потому что, по сути, я как бы не вижу в ней особой необходимости. Да, еще про куртку. Здесь вот еще и внизу есть вот такая резинка затягивающаяся, то есть можно снизу подтянуть, чтобы ничего не поддувало. И, наконец, штанцы, то есть вот сам комбинезон. Лямки, подтяжки вот эти вот регулируются, естественно, все удобно, подтягивается. Я на самом деле вот ношу не в куртке документы, как я раньше сказал, а вот в этом боковом кармашке. Мягкая флисочка, здесь удобно. Сюда, кстати, и телефон мобильный запросто можно класть, он как бы под защитой находится, под курткой. Удобный кармашек, карманы боковые. Есть на молнии, тоже все на флиске, мягонько, хорошо, приятно. И есть вот эти боковые карманы на штанинах. Они как бы низковато расположены, вот, ну, лично для меня, мне приходится сюда вот нагибаться. При этом, если там чего-то носить тяжелое, они, наверное, будут тянуть вниз, как бы. Поэтому я здесь вот ничего не ношу. Однако какую-то мелочевку, наверное, сюда можно также складывать. Еще по штанам. Вот здесь вот есть, ну, соответствующие лямки под ремень, портупею, на котором можно повесить нож. Однако есть одно неудобство. Вот если у нас куртка застегнута с вами, то как бы до ножа дотянуться будет не очень удобно. То есть если учесть, что рукоятка, она где-то пойдет вот здесь, придется вот так вот задирать, доставать, тут расстегивать. В общем, я бы на самом деле куда-нибудь его для ножа вообще отдельный какой-нибудь карман, вот, может, вместо этого что-нибудь придумал, застегивающийся какой-нибудь, чтобы оперативно доставать нож. Ну, вот это один из моментов. Значит, вот у меня сейчас сапоги одеты, теплые. Отлично придумано. Вот этот как бы клапан на липучке. Вот здесь вот молнию мы расстегиваем. Штанину поднимаем, и вот доступ к самому сапогу снял, или там, допустим, одел сапог, вот это держим на сапог, сверху штанина, здесь застегнули, закрыли. То есть вот это тоже удобный, немаловажный момент, он тоже один из плюсов. Так, мужики, идем далее. И сейчас речь пойдет о одной из важнейших, я бы сказал, деталей этого костюма, а именно возможность расстегнуть его, то есть куртку и вот штаны комбинезона в нижней части. Думаю, что комментарии здесь излишни. Коллеги-охотники, рыбаки меня сразу поймут. Часто бывают ситуации, когда действительно приспичит, многочасовое стояние в загоне, либо сидение у лунки, ничего не поделать, это как бы природа, это все нормально. Значит, да, немаловажный момент, я вот рассказываю и как бы забываю сказать, что это вообще за модель вот этого костюма. Только вот ради бога не сочтите там, что за какую-то рекламу или что я там какой-то тайный агент магазина по продаже там этих костюмов или там за это получаю какие-то деньги там за этот пиар. Нет, только ради того, чтобы поделиться своим опытом, надеюсь, который окажется полезным вот охотникам и рыболовам. Вот этикетка
Тут вот, надеюсь, видно балок. Ну, я думаю, вот этого названия уже достаточно, чтобы посмотреть в интернете. Ну, вот они, ну, распространены, продаются эти костюмы. Да, я даже знаю, что есть вот как бы какие-то уже усовершенствованные новые модели. И, друзья, несколько слов о расцветке этого костюма. Вот лично я считаю, что наиболее подходит для той местности в России, где мы с вами охотимся. То есть в основном это смешанный лес, это какие-то просеки, это там даже поля, но с каким-то кустарником. Просто сейчас в основном вот костюмы или там маск-халаты, они продаются, как бы они белые и с какими-то вот принтами, там типа березки с черными вот этими полосами и так далее. Сейчас, конечно, их очень много, но вот именно белые. Здесь же в данном случае вот этот костюм имеет очень много таких оттенков, которые как бы естественно сочетаются с природными цветами зимой. В природе нету чисто белых или чисто черных цветов. Всегда есть какие-то оттенки. Для наглядности я сейчас на примере покажу, как этот костюм маскирует охотника в различной местности. Чаек витаминный, очень полезная штука, особенно зимой. Значит, рецепт очень прост. Обычный листовой чай там со слоном пойдет, без разницы. В термос засыпаем. Далее корень имбиря, ну, очищаем его, естественно, нарезаем не крупно, долечками такими, ну, горсточку там вот с пол ладошки. Так, можно чуть побольше туда же. Значит, сок лимона, половинку или чуть меньше, в термос тоже. И в конце чайную ложечку меда. Даже можно чуть-чуть меньше чайной ложечки меда. Значит, там без разницы. Ну, хорошо гречичный, если есть, а так и цветочный пойдет. Все это дело кипятком в термос. Значит, и закрываем, даем там настояться, завариться. Получается вот такая штука, никакая зараза не пристанет. Разве что имбирь, он имеет такой характерный жгучий вкус. Но продирает, будь здоров, ребят, горло, во, вообще, во. Всем рекомендую.